И берем эту новую страничку. Я ее еще ни разу не смотрела. У тебя когда-нибудь будет разговорный эфир? Хорошего вечера. Да, конечно, будет. О, спасибо, спасибо тебе за розочку. Спасибо. Ничто так не радует. Конечно, будет разговорный. Только он будет... Ну, завтра могу, допустим, час какой-нибудь сделать разговорный. Ну, просто обычно... Hello. Обычно я делаю разговорный, когда я иду там по улице или иду куда-то. Вот, я просто тупо иду, а мне, допустим, люди задают какие-то вопросы. Вот. Так что, вот так. А я не знаю, к сожалению. Так, сейчас повторю вначале то, что я более-менее знаю. И потом буду учить третью страничку. Отлично поешь, играешь, успехов тебе в творчестве. Спасибо тебе большое. Стараемся как можем. Ой. Привет, привет. Спасибо за букетики, да. Делаю, что должна. Ну, в принципе, делаю, пытаюсь, как могу. Так, что тут у нас дальше? Теперь все шансы, ну, я пытаюсь. Я почти каждый день в эфир выхожу, все такое. Thank you.
пусть будет такая концовка. Откуда, подскажи? Не поняла. Типа, откуда я? Я из Минска. Кто там что еще писал? 14 человек. Привет всем, всем привет. Так, ладно, будем играть дальше. Хай, хеллоу, хеллоу. Классно играешь, ссылки, спасибо. Ой, я тут уже перепутала. Английский, русский, спасибо большое. Так. Чтобы сыграть еще, ну давайте вот это. А потом будем разбирать еще листок луны сонаты. Кстати, где он? Где он? Нет, не здесь. Я что, потеряла что-то? Ё-моё. Ух ты, спасибо тебе за розочку. Спасибо тебе, огромное. А то что-то не дарит никто. Что такое? А вот, все нашел. Так, вот у нас сюда, это сюда. Пусть будет вот эта песня вначале. Этот трек был откуда? Ну, я не знаю, мне просто понравился. И я не знаю, откуда он. Ну, типа, он довольно известен на ТикТок. Типа, а-ля трендовая вещь. Вот. А где он был, я не помню. Привет, Витебск. Нет, я из Минска. Угадайте песню. Thank you.
клавишам. Не, она там сбилась, конечно, барочку раз. Но мне кажется, это простительно. Спасибо большое. Шикарно, откуда вы? Я из Минска. А вы? Может быть, тоже из Минска? Так. Будем дальше. Но тут я тоже буду сбиваться, так что... Ну, я, в принципе, сбиваюсь иногда, но... Уж извините. Спасибо большое за розочки. Прям радуйте. Ладно. Такато? Не, я не знаю, но обычно такато я всегда путала такато фугора минор. Ну, Баха. Типа, есть еще Бетховен и похожая штука, типа. Это тебе, спасибо. Ничего страшного, ты же учишься. Ты не доводишь до конца? Не, до конца я довожу. Я всегда доучиваю до конца. Спасибо большое за розочки. Вот, просто, ну, типа, допустим, когда я начинаю учить произведение, я учу его очень часто в эфире. И, то есть, ну, в эфире я очень часто сбиваюсь, там еще что-то. Да, ё-моё. Вот, короче, сбиваюсь и так далее. Вот, и... Ну, я все равно играю в эфире. Ну, типа, кто-то, допустим, начни лунную сонату. Так я ее сейчас учить буду через несколько минут. Ну и так далее. Короче, сейчас учить буду. Отгадаюсь в смысле мелодию. Не, я, допустим, начинаю играть какую-то песню. Сереж, какие у тебя глаза, спасибо большое. Я начинаю играть песню, и если она довольно известная и знаменитая, я могу сказать, ну я же не говорю, что это за песня. Типа, отгадайте, что это за песня. Может быть, вы знаете. И вы можете просто написать. Ну, типа просто. Вот, не знаю, зачем я это говорю. Вот, а лунную сонату я сейчас буду учить. Ну, доучилась. Вот. Сейчас, через одно произведение. Так, так, так. Ну, тут я тоже буду забиваться, я уже оправдываюсь. Страничку перелистнуть. Надо учиться еще. Ну да, да, согласна.
Синки, синки, розочки.